Меня зовут Александр Васильевич, и я учусь в 5-м классе в Семеновской средней школе имени Прокопия Николаевича Николаева. Тема моего проекта – «Шашки народа крайних гостей». Цель моего исследования – изучить информацию о различных видах шашек, создать и изготовить свой вариант шашек. Исходя из этой цели, я сформулировал следующие задачи. Изучить интернет-ресурсы и литературу о шашках и играх, похожих на шашки. Самостоятельно изготовить свой вариант шашек, ознакомить одноклассников с новыми вариантами игры в шашки и провести ознакомительные игры, провести опрос. Работа на эту тему в 2007 году начала моя мама Евгения Владимировна. Когда училась в школе, свой вариант игры она назвала «Шашки народа крайних гостей». Так как она родилась в крайних гостей, а я решил немножко изменить вариант мамы, название игры решил не менять, а знакомить одноклассников с двумя вариантами шашки и узнать, какой вариант больше подход для игры. Первый вариант, который сделала моя мама. В первом варианте у каждого игрока по 12 шашек, поле будет черно-белое, боковые поля светлые, имеют по 4 ряда, играют 4 игрока. Второй вариант, который сделал я. Во втором варианте у каждого игрока по 8 шашек, поле будет черно-белое, боковые поля тоже черно-белые, по 3 ряда, играют 4 игрока. Вы все знаете игры шашки, правда, такие же, как и в обычных шашках, но в этой игре у каждого игрока по 3 соперника. Игроки ходят по очереди, очереди игрока обсуждаются по обоюдному согласию. Для изготовления шашек нужно принтер, компьютер, ламинатор, бумага, ножницы, пленка для ламинирования, скотч, картон. При изготовлении шашек надо соблюдать технику безопасности. Правила безопасной работы с ножницами, правила безопасной работы с клеем, правила безопасной работы на компьютере. Я ознакомил одноклассников с новыми вариантами игры в шашки. Второй вопрос. Всем понравилась игра, оба варианта подхода для игры. Изучая эту тему, я узнал много разных вариантов шашки.